Я хочу жить в России высоких скоростей, быстрых и качественных дорог, эффективных решений в бизнесе и в политике, решительных перемен каждый день. Но только мы вместе можем построить страну, которая реально движется вперед. Страну, которой мы все вместе будем гордиться. Выборы президента страны 4 марта. Приходите и проголосуйте. Михаил Прохоров. Новый президент. Новая Россия.